нас ждет лютая душная игра. И мы ждем эту лютую душную игру. Уже часов 10 примерно сидим, смотрим матч, который должен до нас пройти, чтобы мы начали играть. И вот ждем. Почти ничего не происходит. Какие карты ожидаются? Вилла, клуб Бэшник и Орегон. Насколько они выгодны для Empire? На примерно 10%. Но когда все выгодно на 10% для Team Empire, это выгодно для нас на 100% оказывается. Так что победа. Только победа. Великие стратегии. Мы с самого начала к ним как-то готовились, и вот мы подготовились. Очень хочется поиграть в LoL, поэтому надо 2-0 заканчивать и отдыхать идти. Ну, мы знали, что, скорее всего, мы будем играть виллу первой картой, поэтому новые наработки будут. На других картах, которые у нас более-менее получаются, будем играть более-менее, ну, по дефолту. Но там посмотрим, как пойдет. Если пойдет плохо, то придется импровизировать. И душить так, чем есть. Отвык уже от Best of 3? Я ни одного Best of 3 вроде не сыграл. На Open Clash только сыграл, но у меня память на 2 дня, так что я уже ничего не помню. Вспомним. Хорошо! Он просто так орел, он фифу смотрит. Хакеры выиграли, все спорят. Как будто мы выиграли, но мы еще не играли даже. Ротейшн. Ну, стрип. Кэш. Выход ротейшн. Убил. Найс. Котвок ягер. Ядро не ягера. Железку не вижу. Бор, откройте. Убил. Найс. У кого ягера? Да, ягера, больше боковой, да, был обычно. Пожимать будешь, агрессивнее будет. Больше боковой стоит, скалит. Ватка в чёрчу, двойной чёрчу, сделай дырки на кишин люк. Много есть? Убил пульса. Ватка в чёрчу, ватка в чёрчу. Ядро не сайт. Я ломаю. Ядро не сайт. Давай. Я могу по лонге пройти. Синька зашёл, двое синька. Убил одного. Ещё один. Да, хорош! Лежать нахуй! Хорош! Да, зашел! Под стенкой, вот тут стоит! Чуть дальше ветки, вот тут примерно! Его убили! Один под окном, разъем! Убили его! Я план сбил! Ласт левый с правой стороны! Он на репеле! Все, тихо, парни, успокойся! Отдыхайте! Боковой зашел! Отлично, хорош, парни! Хорош! Лучше! Ебать, ты что-то еще братому хуяришь, ему похуй! Так я айсишку нажал, он у меня взорвался через 2 секунды после нажатия. Да, он также стоит у окна мастербедром и что-то стреляет. Дронка офис убил его. Убил, раненый. Хорош, уходи. Я ушел. Убил. Найс, хорош. Найс. Так уйдет закрыто. Дронят, убил люк. Можете офисы с джакузи обставить. Еще, по-моему, люк или офис идет из стройки. Я тебя держусь, я потом пушу. Окно Джима, окно Джима. Диффуз упал, окно Джима взял, окно Джима взял. Взял. Убил мастер. Найс. Убил. Найс. Лучше! Красавцы, парни. Монстры, ебаные. Нет, вот это нормальная карта. Вот это да. Как надо. Тут хотя бы людей видно. Это нормальная карта. Да и бог, чтобы Регон тоже нормальный был. Они черная хуйня тебя убивают. Пойми откуда. Не, ну на Регоне эти придурки вообще играют, наверное. Как повезет. Иногда ему у нас в атаке хорошо, в дефе хуйня. Иногда в дефе хорошо, в атаке хуйня. Что мы будем банить? Намат. Ну дефолт, ну то есть. А мы не боим синги? Ну я могу просто взять просто пятерых убить, ты сам решай. Просто возьмем, все окна поставим. Нормально. Привет, Данила, поздравляю тебя с первым успешным днем мажора. Надеемся, что дальше будут такие же, я правильно понимаю? Хотелось бы, да, очень. Первый вопрос. Че по вилле? Ну, по вилле ничего, это, в принципе, классическая схема, как мы играли, в принципе, в роли. Когда там кафе только вышло, мы просто перед игрой говорили, парни, ну с 0-1 начинаем, а дальше разберемся. Тут также с 0-1 начали, а дальше разобрались. Но вилла пока не поддается нам. Орегон, слава богу, поддался сегодня, а вилла вообще ни в какую не хочет. Поэтому будем что-нибудь думать. Вторая карта была клуб. На ней начало было близкое, там 2-2 был счет. Ну а потом мы уже разыгрались полностью и начали просто закрывать все позиции. И, в принципе, не оставили шансы на клубе. Там только один раунд был близкий, джойстик на 5-2 вытащил клатч. И вытащил нас на счет 6-2. Ну а дальше уже оставалось только закончить. И все, мы это сделали. В синке, чел. Скутер аккуратно считаю, чтобы тебя не убили. Сломал дрона. Минус от один оглушающий. Открывай синку, дверь есть. Еще. Упал. По метке. Бигтаур один. Убил Бигтаур. Найс. Спокойно. Да, убил. Найс. Один инжур на футболе. Раскосанный на футболе инжур. Ставит в дверях. Свинил. Я убил Бенса. Один свинья убил. Сейчас свинья. Ага. Упал свинью. Убил и фас. Да, свинья, не свинья, алло, парни, не пусти. Тихо, свинья, парни. Футбол где? Полу спасивно играет. Не, футбол. Зашел фас.
На фасте. Хорош! Хэй, наверное, будет давать. Смоки дают, по-моему. Плитка закрыта. Синьку открывает, да. Они дробят вдруг для ключа. Я фул. Упала. Янгар, за что встать? Дефолте, в дефолте. Янгар, дефолте. Я убил одного. Синька один. Я фул смотрю. Убил синьку. Найс. Мэнгу дефолте убивали? Еще один. Стол. Ванга был его. Он ушел на единичку. Единичка один. В ротейшене по серке, парни. Убил его. Кровь. Тихо. Уши. На единичке. Я говорю. Живи. На, хорош. Уши. Хорош, Данил. На Янга, это шок. На, сзади есть чел. Открыл дверь. Зафия, убил быстро, убил быстро! Хорошо. Один крыса дверь, один крыса дверь. Плент за столами правыми, за правыми столами, Плент. Ух, кухня ховый. Плент за столами дамами правит. Не смотрю кухню дверь. Отсмочили. Может быть не там. Душу, душу, душу. Будет. Дефолт стрелю. Дефолт не стоит, вам нужно дефолт ставит. Убил дефолт. Убил дефолт. Найс. Сзади, сзади, в кухне, я отсмочил дефолт. 5 секунд. Если что, плейтера убьют. Живи, пустовый. Убивай. Найс! Хорош! Вроде как можно на сколько угодно рехост. Ну, блядь, слушай, если бы мы были в такой ситуации, я думаю... Я не знаю, но, типа, рехосты можно брать без любых пруфов. Вот где пруф, что у него саундбаг, запись какая-то, не знаю. Правила какие-то, типа, да, ну, непонятные. Он не вернулся. Ягерь был в коридор кухни. Он зели. Фаст чисто. Я могу. Зели? На гейте, на синий мод, смог в детских. Я могу подняться, можешь подняться наверх. Я могу поинтить, парни. Ко мне на фаст надо, чела. Я сейчас приду, я приду. Хочешь ротейт? Я хочу плак ставить, да, я смочу детский, ротейт. Возьми генератор, ротейт. Я запрыгиваю. Давай. Меня запрыгнул, надо заменить с детских. Нет, Свинья, Данила. Я ставлю. Убили свинью. А где мы с ней? Ягер был в роме, Лати, возможно. Я ротейт. Я свинью взял. Детский, я ставлю, детский. Я поставил. Сейфти. Кухня детский. Сейфти. Окей. В общем, я свинья был, может, детский. Свинья, да. За фрагом, парни. С пистолета его. Ебам его. Не, тихо. Я хотел на мол посадить. Наконец-то рекорд остался. Шепард, я поднялся по моей лестнице, убил Цефала просто, который там вообще не понимал, что делать. Потом там, короче, Милусь вот так из свиньи вылетает, и я просто так фликаю в голову вон тэпом. А я еще с этим Ягером, знаешь, что вытворял там? Да. Я, короче, митинг закажу, ты видишь, ну, я вижу, что он дрыхоль, ложусь и лежу за песками вот этим, где обычно мансят. Он выходит, не видит меня, я встаю в раскоцию, подложусь, держу другим холл, чтобы он не пришел обратно, и там вот с этим Ягером вот цепалился 5 часов примерно. Ну, Орегон, мы боялись, что у нас проклятие продолжится, мы сможем его выиграть, но были уверены, что все-таки мы можем это выиграть. Мы ожидали от них всяких резких мувов, по типу как вот, по-моему, во втором раунде они просто забежали, когда мы дефили детский, просто забежали в дверь. Там повезло, что там скутер пошел в белый ротейшн, его убили. Я после этого сразу забежал за ним и смог убить плента и еще двух чипсиков каких-то непонятных. И потом мы просто уже преисполнились на Орегоне и начали показывать результат хороший. Там был интересный момент, когда мы первый раз дефили кухню, я не перестрелял чувачка на лестнице. Я понял, что это произошло из-за того, что у меня была вертикальная рукояточка, точнее, угловая рукояточка. И я сказал, все, в следующий раунде, парни, я его убиваю. Поставил вертикальную, пошел, убил его, и ну, там уже все просто было. А в первом раунде, если бы я его убил, то мы бы тоже выиграли этот раунд. Могло быть бы и 7-0. Ну хорошо, тебе расскажи, как вообще проходит этот уже второй, получается, буткемп. Почему на нем не хватает тренера? Ну, Олег заболел, здоровье ему. Чем? Коробка Windows'ом, наверное. Тем самым? Наверное, коробка Windows'ом, точно неизвестно. А возможно и нет. Надеюсь, скоро поправится, как можно быстрее. Поэтому из-за болезни Олег не смог приехать, но с нами все так же и Жека, они вместе с Олегом. И, ну, в скайпе сконтачиваются и помогают нам на тренировках. Обычная подготовка, возможно, более, так сказать, ну, в расслабленном режиме, потому что на пролиге были матчи каждый день, там РМЛ плюс пролига, было больше напряженки, а сейчас просто была подготовка перед мажором, но вот сейчас самый напряженный – это сам мажор. В принципе, вот только он – самая важная часть, как мы отыграем. Так, в принципе, второй буткемп намного легче, чем первый, плюс мы тут не на месяц, как тогда были. Как тебе Best of 3 наконец-то поиграть? Best of 3 прикольно, но хотелось бы уметь играть виллу, чтобы играть его уверенно. Потому что из-за виллы у нас, считай, мы всегда, так сказать, у нас нет права на ошибку. Потому что мы начинаем с 0-1,
и у нас нет права на ошибку, мы должны обязательно выигрывать две следующие карты. А у других команд вот они умеют играть виллу, там что-то не пошло, они знают, что они могут следующие карты выиграть. Так что если наиграем виллу, то best of 3 будет вообще отлично. В общем, расскажи про БДС, как тебе эта команда, ты считаешь, что у них это какой-то моментальный взлет, вот что они первое место так уверенно взяли, или это такое долгосрочное уже преимущество у них? Ну, мне кажется, у всех команд наступает какой-то пик, но и только от них зависит, сколько он продолжится. Вот БДС сейчас пик, они достаточно хорошо все играют в индивидуальном плане и в командном, поэтому у них очень хорошо получается выигрывать турниры и все такое. Но как только вот он закончится, начнется то самое, что было у нас. И самое главное – встать. Мы пока все еще встаем. Так что все зависит от них. Насколько долго они смогут продержаться в такой топовой форме. Еще один вопрос. Как тебе интервью с Шепардом? Ты посмотрел? Да, посмотрел, конечно, мясное, реально. Ну просто мясо. А кто еще не видел, вы обязательно зайдите на YouTube или ВКонтакте, оно там есть. Посмотрите целиком и полностью. Мясное. Кто не посмотрит, тот, ну, до свидания. Мы просто даже не разговариваем с такими вообще людьми. Кастлайн, Орегон, кафе. Ну, кафе уверенно будет. Орегон вчера тоже показали. Ну, нормально, да. А по Кастлайну? Ну, должно быть тоже нормально. Так, а по БДС что скажешь? Что за такие соперники, мощнейшие или нет? Ну, нормально, соперники в хорошей форме. Вчера рубили СВП. Поэтому будет не все так просто, как с Темпрой. Как тебе набор карт, который выпал? Отлично. Три туза. Такое в покере не проигрывает. Окей. Главное сейчас, ну, блефовать и извин. Вот что скажешь по Кастлайну, насколько уверен? Ну, это так чисто. Мапа, чтобы постреляться. 55 на 45. Счет будет положительный. Да. Надеюсь, хорошо. Что да. Ко мне, ну, давай. Сишку выкинул наверх, можешь синюю пожать. Давай. Синюю убил. Двойные смотришь, я бегу. Один коридор кухни, один коридор кухни. Нету никого, не вижу коридор кухни никого. Взял двойные. Я взял ротейт синего. Коридор кухни убил коридор кухни. Ла кухня. Хорош. Красавцы. Хорош, парни. Ставлю, парни, решетка. Только прокидываю. Мэйн, контролите, да? Да. Взял ротейт. Ставлю. Ротейт зашел. Кухня мир один. Один КП. Почти поставил. Мэйн выходит. Блять, Мэйн. Один раз зашел. Ротейт одного убил. Мира в кухне каленая была. Туалет и кухня. Мэйн убил. Найс. Хорош, парни, хорош Шепард. Понял. Он прям под стенками вот здесь. Что, кто убил? Хорош. Найс. По-моему, в офис. Я куку взял. Ваза пилит. Лас этот. Куку двери взял. Я возьму. Спокойно. Я убью. Он упал. Один хп. Найс, хорош, парни. Хорош. Да. Вырубили камеру. По-моему, зашли. Да, зашли, плантит. За бомбой плантит. Возле диванчика. Плантит. Найс. Не знаю, отошел, нет. Да, он заплантил. Сдох, задушил. Один за пальмой вроде стоит, стоп. Нет, на барда не то. Найс, аккуратно. Убил тащик. Найс. Спокойно, парни, как вместе. Убил. Лучше, блядь. Какие же три легенды, блядь. Хорош, парни. Давай кулак. Фух. Три бомбала. Мы должны были выигрывать, наверное, это 7-2. Мы в атаке, наверное, три атаки залили просто бездарно. Да. В дефе, ну, вот раунда 2-2, да, вообще бездарно залили. У меня просто фоновый шум, блять. Вы что-то будем говорить, нихуя не понимаю, что происходит на карте. Как обычно, Ку, здорово, и что? Ха. Первая карта была Бера. Бера Костлайн. Мы там достаточно плохо отыграли атаку, как и БДС, и все раунды в основном набирали в дефе. Особенно последний раунд, заключительный, был каким-то невероятным. Мы с Данилой откисли самые первые, то есть вдвоем улетели в могилу. И наши ребята, бравые тиммейты, затащили раунд. Люто вытащили 5 в 3. На самом деле, когда я умер и следил вообще за тем, что происходит в раунде, я думал, что все, там габело. Но ребята справились, молодцы, затащили вообще нереально. Там в первой карте что-то было интересное, пацаны? В первой карте больше не было ничего интересного. Один раунд мы залили 4 в 2, как бездарные клоуны на серебре.
Ну, это запас, но первый раз пробуем просто, потом скошой. А здесь еще ничего не банят. Они банят? Они снова кали и что-то еще банят. Давай банить этого. Маврика. Потому что они с Мавриком. Но они снова играют тоже. Надо просто как-то, когда детский, в МДФ их снизу просто убивать пятерых. И детские, наверное, сишки взрывать. И не знаю, может, вместо импакта брать сишку, типа пытаться детский взрывать со свиньи. Я хая буду кидать. За финт, а вот я сог еще одна. Она нашла, убил. Найс. Я зашел, убил. Хорошо. Убил, там у вас. Один сердал, он джур на метке. Один я один в детских сидит на люке. Я поднимать по лестнице. Один генератор. Бери диффуз, прыгай, планчик. Рочек, отойди. Или он меня уйдет. Давай вдвоем тогда прыгай. Убил генератор. Я флешки тут. Ладно. Детские. Где-то были бомбы, может свинья. Погодите. Я свинья, не выйдет. Только в детские. Я детские возьму. Нажать. Джонга. Убил. Один фризер. Фризер и смолрум. Он смолрум. Он возле смолрума. У него реинфоса был. НТ. Я не знаю, что с этим, чего вам делать. На КФ фокусируйтесь, парни. Слушать надо еще внимательнее друг друга. Я вам говорю, типа, придите с тетчерки, снимите мастер-камеру. Какой тетчерка? У нас не было тетчера. Ну или что-то прокидать флешки, не знаю. Там мастер-камера, типа, я мог с фризера, они фризер вообще не контролили, только с мастер-камеры. Я мог зайти и убить в ланге двух типов, вообще изи. Я одну сугу во фризере прокинул, мы сняли там щит, скутер от меня ушел. И там стояла еще сога в ланге, и на смолруме, на стенке, мастер-камера. И все. Конец. Забейте пальцы, фокусируйтесь на кафе, хватит. Так нет, я просто говорю о том, что надо внимательнее прослушать друг друга. Ну расскажи вот о причинах залива. Почему вы сливали карты, которые могли взять? По фану. Очень было весело проигрывать. Да не, на самом деле, Орегон мы проиграли полностью из-за дефа, потому что мы просто его очень провально отыграли. Мы знали, что они делают, откуда атакуют, но сами заливали свои раунды, слишком агрессивно играли. Мы были настроены на агрессию, играли с клэшой и слишком рано умирали. Мое мнение, можно было оттягиваться назад в плент, играть возле постирки, в ланге, короче, очень далеко уходить. И у них уже оставалось мало времени, можно было пробовать сбивать плент. У меня были мастер-камеры живые, но вот сыграли как получилось. У нас есть немного времени, чтобы над этим поработать, потому что мы будем опять играть с БДС, реванш. Для них. Поэтому, да. Вот так. Убил белый, одного. Я еще убил. Белый, один раненый. Один скала, один скала, один скала, один раненый. Один белый. А что белый? Там один раненый. Возможно, подняли. Белый жоп. Белый жоп. Один кратер попал. Старый люк, дефолт упал. 50 кп, 40. Дефолт один, дефолт, у нас дефолт. Дуга получилась. На! Хорошо. Лудра убил. Фризер! Один мейн, за баром. Двойные топи вроде. Двойные топи убил? Фризер один. Один красный. Мойка! Планчит мойку! Сбивай скутер тебя! Фризер перепрыгнул, надо с мойкой ставить. Фризер и мойка. Право ставит на метке. Да. Пол сет. Один фризер в двери. Дрон двойные песков. Он лежит до сих пор. Блять, фу, нахуй. Лежит в майке. У них двойные в дверях дрон. Он твой брат. Он не ранен. Фризер. 25. Лучше нахуй. Смог дали. Я его убил. Nice. Тут еще был близко, ягер. Близко, ягер, фризер. Ой, блядь, туалет. Доски убил. Ягер, туалет. Возможно, лоу. Один левый лаунж. Жди. Туалет убил. Ты в левый лаунж пошел. Левый лаунж. Или девятка. Нет. Левый лаунж. Блять. Ебать, я их отъебал там. Пиздец, я там под скалой, там с ппшкой ползал. Кинул. Один левый лаунж. Попробуй пилить левый лаунж. Я могу вырубить пилить, да? Пилю? Пробуй, да. Пилю. Один внутри фризера, это горе. Сломал каитку. Левый, правый и фризер. Левый, правый лаунж. Можем пробовать сплэнчить, нет? Я попробую белый запушить. Левый, правый фризер. Подожди, я затроню, жди. Я двери фризера взял. Затрончит белую лестницу. Можете белую холлу, белую? Да, затроню. Туалет чисто. Он на белый смоки кидает, смоки. Смок белый, один фризер. Я могу флешки на белый, ты резко против тебя. Левый лаунж, холди только на сигарку. Накидывай двери. Мог правый лаунж. Доски вышел. Левый лаунж, блядь, маэстро пикает. Да. Левый лаунж убил!
Найс. Да оба из Галайта. Фризер, 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 Гоя, Фризер, Гоя! Ну ты фризер, Гоя! Доски, доски у вас! Лежать нахуй! Это ваш план. Господи, блять, хорош сходу. Книжка нищие, блять, хорош. Красава. Откопычили невозможно, да? Пиздец, сейчас утопну просто, у меня сердце умерло. Ебать, там в конце ор просто шоу. Мне кажется, там у всех голос сел, там просто левый лаунж ласт! А мы в дефе так закинули, это просто шок. Да что и на регоне в дефе тоже. Да, вот эти в первый раунд приехали, я просто стою, держу туалет, у меня как обычно. На третьей карте кафе, опять же, мы начали с дефенса. Проиграли первые два раунда. Все очень плохо началось, потому что кафе — это карта защиты. И мы начали очень ее неуверенно. Дальше мы забрали два раунда из-за того, что скутер заколачивал на кухне, а потом Шепард заколачивал, когда мы дефали вверх. И эти два раунда нам дали очень большую мораль и уверенность в том, что мы можем закомбэчить эту карту, потому что начинали мы с 3-0. И, ну, в принципе, и все. И так начался наш камбэк, потому что мы проигрывали 3-0, закончили карту 7-4. Мы до этого на скримах играли кафе и были уверены достаточно в своей атаке, что мы ее хорошо отыграем. Ну, так и получилось. Мы забрали 4 раунда подряд в атаке. Единственные проблемы были с Каидом, который то трикал снизу, то сверху, то... Короче, да, проблемы были великие со снятием тока. На завтра планируется какая-то подготовка еще к гранд-финалу? Ну, да, потому что это будет финал Best of 5. Мы будем играть все карты абсолютно, кроме одной, потому что у нас будет одна карта преимущества. Так вот, надо будет подумать, посмотреть, опять же, разобрать ошибки, которые мы допустили на Орегоне и на кафе в дефенсе, чтобы также не упасть в грязь лицом, так сказать. Вот. А у БДС можешь выделить какие-то особенности плейстайла? Да, у них есть один такой игрок. Пинг. Не, ну вообще по факту, пинг реально влияет. Вот чем бесит онлайн, это тем, что задержка до сервера у нас больше, чем у них. Но это действительно чувствуется в перестрелках. У них пинга там от 9 до 15, у нас от 40 до 45. Это реально чувствуется. А так у них есть агрессивный игрок, это Шайка, который может, по сути, сделать все, что угодно, когда угодно и где угодно. Ну, то есть надо ожидать от него каких-то агрессивных действий. Но, опять же, если у него как-то игра не идет, и в целом у команды они там проигрывают какие-то обидные раунды, то он немного зажимается в себе. Скудеры, пожалуйста, вопрос. Нет. Вопрос есть? Нет. Нет. Вопрос нет. Один. Нету. Ответов нету. Но зато вопрос есть. Нету. А какие выводы сделала команда после вчерашней игры с БДС? Что сегодня изменится в тактике? Ничего. По той же схеме? Да. Ебакаем. Да. Понял. Еще раз тебе повторить. Угу. На регоне будет реванш. Все. Ну, наберешь, блядь. Привет, Данила, я тебя поздравляю с победой на этом мажоре. Очередная. Всего год прошел. Всего реально один год. А как один миг, правильно? Конечно. Какие твои эмоции? Ну вот как обычно, вот когда вот ты там смотришь, как другие выиграют мажор, думаешь, ой, как круто. А когда сам выигрываешь, ты типа настолько в это не веришь, что вообще ну ничего вообще не чувствуешь. Я просто очень хотел выиграть этот мажор, чтобы доказать себе, ну и мужикам настоящим своим, что мы все еще можем выигрывать турниры. Потому что мы прошли через, ну, год просто унижения, нас просто все гнобили, тушили. И мы просто хотели, ну, доказать сами себе, что мы те еще крутые перцы, реальные. Там опять гоящий, по-моему, лучше. Опять гоящий, там сейчас его отстрелят. Бил смока. Найс. Вот, бля, бля, бля. Убил. Волк-класс, волк-класс. Волк. Хорош, блядь. Хорош, блядь. Лежать, на. Зига, Зига убил! Лок! Один лок! Убил плент, убил плент! Убил плент! За макет! Я убил плент, или чё? Рейнджур, рейнджур, рейнджур! Найс! Найс! Просто...
не послушаешь, что, короче, с камин идет хуй. Конечно, хуево получилось. Ну пофиг. Вы коннектор где взял? Лучшим, короче. Близко дверь еще один, Зофия! Живите, okay. Живите. Она с правой стороны, она сейчас не зашла. Атрибел ушел, походу. Не бейся, зашла плитка, зашла плитка, зашла. Плитку на время, на время, на время. Хибан, батрум, батрум. Есть инфа на бафру. Пул хп. Она зашла в статую, в статую. Да, в статую. Идет в трофейку, трофейку. Пушит, она в трофейке, в трофейке. Плентит за столом, в трофейке. За столом. Плентит, плентит, плентит. Плентит, 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 плентит. Хорош! Я зря пикнул. Ай, зафигли. Мясо, мясо, по-моему. Мясо окно? Сейчас скажу. Я мазил буду делать. Мясо убил. Аша, библа, библа. Мы не дают. Мясо не вижу. Библа. Я жду милость трапа пикаю. Ну, в мясо в двери. Бери мясо. Я взял дырки. 10 секунд. Зажал. Меня убил на дырках. Каленый. Импактом ему на. PS5. Найс, парни! Против ВП, блядь, потеют, против нас ничего не могут. Надо только не заливать, не заливать, надо только. Да просто спокойно, парни, не думайте, что это там, блядь, еще одна карта, просто играем. Они в тильте. Немножко не такое яркое впечатление от этого финала было, согласен? Вчерашняя игра была мощнее. Да, ну... Впечатления, они обычно вырабатываются, когда идет какая-то прям близкая заруба, и ты там вырываешь ее просто на последних секундах, с последних сил, да и, ну, больше эмоций получаешь от этого. А тут мы рассчитывали, что мы сейчас проиграем виллу, в салат просто 7-0. Ну, сразу готовились, типа, играть уже кастлайн, выигрывать его, и там, дай бог, на клубе завершать начатое. Но, ну, все сразу пошло не по плану, мы каким-то просто с божьей помощью выиграли виллу, хотя мы вообще, ну, вообще не умеем играть, просто ноль. Но мы выиграли БДС на вилле, которые обыграли ВП, а ВП вилла считается одной из самых сильных карт. Шепарда пойди. Решетки. Решетки. Шепард. Я мейн зашел. Сидит по метке. Шепард, иди в мейн тоже. Тоже мейн думаешь? Да. Он уходит в кичен вилле. Решетки. Тройка, тройка, нет, он тройка. Пикет до стола. Иди, иди, иди. Тройка, 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 пушит. У тройка у ротейта близко, по идее, мог выйти. Найс! Найс! Добил меня. Синюю чекушку. Лучше на туалет. Давай, взялся. Рима можно зелень выпадать. Кухню дверь смотри, окно. Да, да, окно взял. Один в пуле был. Мейн иллюзия, Яна. Мейн, ну, снял. Меня с дырок. Спасили, сильный, сильный один. Сломал карту. Эй, заставка, сильный убил. Зашел, зашел, заставку. Диффуз у него. У меня кухня окно, кухня окно один. Кухня окно убил, кухня окно убил. Пойди, мейн зашел, мейн убил. Мейн. Че мейн? Убил. Доставка, доставка, диффуз у вас. Пушь его, убил. Я пушу, я пушу сейчас. В дверях ставят. Берите его. Найс! Ашан от синей двери открыл. Он ушел, сломал. Рон на синий был, сломал. Куку еще один зашел. Можешь закрыть дверь, Данила? Эту? Да. А есть сифор, блядь? Давай я построю. Нету, нету, нету. Давайте копенгу усосись. София топ белый. Вакви, София. Я ушел на пенгу. Убил Яну. София топ белый. Убил Зофию. Хорош. Данил, ко мне присосись. Иду, иду. Один синий бар добит. Один санрайз окно, Аша. Можно синий бар окна убить? Она смотрит синий бар окно, забей. Она ушла, клинбайк подходит, близко. Белый? Аква суэш, аква суэш. Бильярд, бильярд один. Он на випке балконе стоял. Випка балкон и бильярд. Любар, ставь. Любар, смешить. Он отошел. Он плентит, вроде, плентит, он до конца плентит, плентит, парни. Один в офисе далеко. Подожди, подожди. Один справа, где-то под люком, под люком. За стенкой, за стенкой, он за стенкой стоял, за бортиком. Я диффужу. Он в сети убили, в сети убили. У вас справа, справа, под люком. Упали! Красав, там же поселения не было никому. Хорош. Блин. В шоке. А я тоже посмотрю. I just want to say that I love you and that's all. Можешь ли ты сказать, что к этому итогу вышли все полтора месяца? Получается так. Да? Это, ну, еще что-то надо сказать? Ну, ощущения испытываешь, да? Ну, вчера больше эмоций были. Ну, согласен, там сложнее было. Там была реальная победа. А тут такая, блядь, какая-то. А почему ОБДС ослабились, так как считаешь? Не сказать, что они ослабились. Мне кажется, мы просто уверенность направили и очень уверенно играли. Никто никого не боялся, просто...
Выигрывали все перестрелки на уверенности, когда вроде бы преимущество на их стороне. Но вот так вот получается. Кто не боится, тот и побеждает. Ну, побеждаю. Без мата очень тяжело. Поздравляю тогда с первым турниром твоим побежденным. Ожидаем следующий. Спасибо. И просто уже на кастлайне все были настолько уверены, настолько спокойны, что мы просто на инфе закрывали. Мы поняли ошибки вчерашней игры, где мы отдали очень много раундов в атаке. Поняли, что можно сделать по-другому. И просто закрывали роумеров, оставляли челиков в сайте, потом зажимали их со всех сторон и выигрывали раунды в атаке. Но в дефе оставалось только закончить. И мы спокойно достаточно это закончили. Прошел долгий буткемп, полтора месяца потной работы. А как отдыхать планируете? Да просто, наверное, разъедемся по домам, будем играть в League of Legends, в LoL, просто лупить ей 24 на 7. Ну, там, может, выйдем куда-нибудь, погуляем толпой, реально просто затусим. Ну, в основном просто отдохнем от игры, чтобы потом с новыми силами также там, на буткемп заехать или... А может, будет какой-то LAN-турнир, на него поехать. Надо еще выиграть RML. ВП все еще серьезные соперники, не надо их списывать со счетов. И, ну, просто продолжать работу в том же ключе, не верить в себя, самое главное. Ставьте лайки, подписки, колокольчик, ну и поддерживайте нас обязательно. А так, любим, целуем, обнимаем, как обычно, спасибо за поддержку. Спасибо за приятные слова, которые вы пишете везде в соцсетях. До новых встреч!